Здравствуйте, друзья! Мы с вами на громадной такой шопинг-плазе в Сан-Хосе, называется Истрич Молл. И вот этот Истрич Молл, он очень большой. Но тут есть площадочка, видите, там ребята сидят на бордюре, так как бы, да? Или как в Питере говорят, на поребрике. Вот они там сидят и ждут автобуса. И вот эта зелененькая такая полоса, которая у них под ногами, это вот то, куда автобус придет. А мы с этого автобуса встречаем Елену. Вот Елена должна через пару минут буквально подъехать. Там солнце сзади. Как-то мне не очень туда удобно снимать. Но, в общем, там хорошо. Вот едет автобус. Видите, это Фликсбас. Это тот автобус, на котором должна приехать Елена из Лос-Анджелеса. Завтра Елена начинает курс у нас в Портнов Computer School. Давайте ждем. Она сказала, что меня узнает. Это, ну, будем надеяться, что это не так сложно. А вот она идет, самая первая, соскочила. Так. Здрасте, здрасте. Вот нашим зрителям привет передавайте. Я передам, но нет. Вы видите, друзья, как нелегко даются... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, даются чемоданы. Даются чемоданы. Где наш чемодан? Есть чемодан? С цветочком, такой первомайский, друзья, первомайский чемодан. И все, да? Больше ничего? Все, движемся.